Трагический инцидент на авиашоу в Англии. В графстве Западный Сассекс ретро-истребитель рухнул на оживленное шоссе недалеко от взлетно-посадочной полосы. Очевидцы сняли на видео сам момент падения. Незадолго до крушения самолет пытался сделать мертвую петлю, но маневр не вышел. Пилот потерял контроль над машиной. На кадрах видно, как самолет врезается в землю, потом взрыв, пожар, в небо поднимаются клубы дыма. Сообщается, что самолет задел несколько автомобилей. Пилот вроде бы в последний момент успел катапультироваться, его нашли. В каком состоянии, неизвестно. Кроме летчика, пострадали еще несколько человек на земле. Истребитель-бомбардировщик «Фокер Хантер» стоял на вооружении британских ВВС в 50-х, 60-х годах.